В образовательных учреждениях сегодня проходит День самоуправления. В профессиональный праздник педагогов ученики заменяют своих учителей. Самые активные старшеклассники стали сегодня преподавателями, социальными педагогами, завучами и даже примерили на себя самую ответственную роль в школе – роль директора. С дублерами познакомился наш корреспондент Тимур Чешков. Ему слово. Ко Дню самоуправления ученики готовились заранее и с большой ответственностью. Интересовались у учителей, как правильно вести урок. А на свою однодневную работу пришли раньше, чем на учебу, говорит директор школы номер 3. Ребята сами выбирали, каждый год сами выбирают директоров. Значит, и потом они ко мне подходят, я их подробно инструктирую о том, что надо в этот день делать. Вот, а они сегодня сюда все пришли в 7 утра, вот, еще раз уточнили роли. Вот затем вот повязки у всех дежурные. И, конечно, директор у нас парень такой очень горячий, очень такой веселый, зажигательный. Сегодня он пример самой строгости, выдержанности. Я думаю, вот хорошо, вот сразу видно воспитательный момент. Владимир Мусеевич познакомил нас со своим сегодняшним дублером, учеником 11 класса. Молодой директор принял съемочную группу в кабинете. Я организовываю день самоуправления, то есть я нахожу завуча ответственных, дублеров, учителей, я за всем этим слежу, контролирую это. Непосредственно сам день самоуправления я делаю обход школы. Вот сейчас у меня будет обход школы после 4 урока. Да. Атмосфера нешуточная. Ребята действительно выполняют задачи своих наставников и делают это с интересом и особой ответственностью. Здравствуйте, мы отчитываемся по проверке внешнего вида и учебникам. Мы проверили почти все 7 классы, все 10, 5 и 6. А по внешнему виду? По внешнему виду попался только в 7 медицинском бизнесов, но он опоздал еще на урок, поэтому мы его списали второй раз. Хорошо, значит, это все делайте отчет и потом в конце дня мне предоставите. Отдыхать некогда, говорит Семен Александрович. Приходится проводить проверку и во время уроков. Зайти, узнать, как идет урок, хорошо ли себя ведет класс. Да. Как у вас проходит урок? Все хорошо. А у вас дети как? Отлично. Так, ладно, все. Удачного учебного дня. На должности директора Семен оказался не просто так. 3 года до этого он выполнял роль завуча, а в этом году дорос до должности главного по школе. Не легче стоит задача и у ребят, которые сегодня выполняли роль учителей, но справились с работой на отлично. Я заменяю сегодня моего учителя по русскому языку и литературе Наталью Петровну Власенко. Это очень талантливый учитель, и поэтому очень приятно оказаться на ее месте, почувствовать себя в ее роли и посмотреть, получится ли у тебя так же гениально и талантливо, как у нее. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, когда предоставляют такую возможность попробовать себя во всех начинаниях. Предыдущие уроки у меня были 2 английских языка, я справилась тоже, мне кажется, неплохо. А это уже первая школа. Сегодня утром ученики встречали педагогов креативно и с поздравлениями. Предлагаю учителям вытянуть пожелания из лотерейного ящика. Здравствуйте, с праздником! Здравствуйте! Самое лучшее пожелание для самых лучших учителей. В каждом доме, в каждом сердце есть учитель, дорогой. Руководством первой школы было принято интересное решение. Здесь, в самоуправлении, приняли участие не только ученики, но и их родители, которые нашли свободное время для того, чтобы поучаствовать в учебном процессе. Ну, конечно же, я сама по собственному желанию захотела прийти на урок к своей дочери и как-то вот поприсутствовать на уроке, даже не просто поприсутствовать, а сама провести урок. У нас сегодня выходной, с улыбкой говорят преподаватели, а сами следят за уроком. Кто-то из коридора, кто-то с последней парты. Главная роль Дня самоуправления – на себе испытать ту ответственность, которая лежит на учителе, показать, насколько это трудно и одновременно интересно. Родители могут почувствовать себя в роли педагога, понять, как это трудно бывает порой, вот, прочувствовать. И я считаю, что таким образом родители будут лучше понимать учителей и их предназначение, их роль. Атмосфера сегодня по-настоящему праздничная. И дети, и учителя, и родители – все заняты учебным процессом. Именно такой должна быть современная школа. Но и без поздравлений не обошлось. День учителя все-таки. Наш праздник особенный, его не сравнишь с другими профессиями, даже с теми, чьи праздники отмечаются в Кремлевском дворце съездов. Только у нас в празднике участвуют миллионы детей, только в нашем празднике участвуют миллионы родителей.
Дорогие учителя первой школы и всех остальных школ, хочу поздравить вас с Днем Учителя. Этот праздник для вас. Отдыхайте, наслаждайтесь, а мы вам поможем, как сможем. Конечно, всем педагогам, учителям, работникам школы. Здоровья, счастья и радости, конечно же, потому что это, они этого заслужили своим упорным, твердым характером, трудом. Тимур Чижков, Григорий Волков, программа «Время местное».